А вот что не прекратилось, так это рост нефтяных цен. 80 долларов за баррель. Это самая высокая цена за последние 4 года. И рост, похоже, не остановится на этой отметке. Последствия могут почувствовать на себе жители всех стран на планете. Конечно, те, кто добывает и продает нефть, в выигрыше. А вот украинцам, как и другим импортерам нефти и нефтепродуктов, нужно готовиться к новым расходам. Вслед за нефтью подорожает бензин. За бензином потянутся все остальные цены. Аналитики французского нефтяного гиганта компании Total считают, что нефть вскоре могут продавать и по 100 долларов за баррель.